сколько раз не объясняешь ребенку, ничего не помогает. Что делать? Действительно, маленькие дети часто не понимают, почему. Одна из причин того, что взрослые пользуются взрослыми словами. То есть надо понять на секунду, если мы говорим такими словами, которые может ребенок понять. Или родители говорят очень быстро. Да, родители привыкли говорить очень быстро, со скоростью, которую ребенок не понимает. Либо они говорят очень много. Да? То есть такой поток информации, которая обращена к ребенку, не только информации в требовательной форме. Представьте себя на месте маленького ребенка, вы стоите перед великаном, который открыл рот и обрушил на вас какую-то лавину требований. Вы сможете сориентироваться в этом, причем, может быть, не на вашем родном языке, а на языке, который вы начали учить, но еще не в совершенстве владеете, скажем, вы, может быть, и 3 года пытаетесь его учить с разными успехами, то лучше, то хуже, вы понимаете, да, и вдруг этот великан на вас это обрушивает. Конечно, ребенок не понимает. Сама ситуация, она вводит его в какой-то ступор, и родители замечают, что он на них смотрит совершенно пустыми глазами, и он как бы внутренне отключился, он перестал информировать. Родители еще больше раздражают, начинают кричать, ты меня не слушаешь и так далее. Что еще происходит? Родители и не со зла, конечно, не со зла, но родители привыкли говорить с маленьким ребенком так же, как они разговаривают со взрослым. То есть говорить ребенку. Мы говорим ребенку. А с ребенком надо говорить с ребенком. То есть не говорить ему, а говорить с ним. То есть, если вы хотите донести до него какую-то информацию, она должна быть краткая. Она должна быть очень простым языком. Она должна быть достаточно медленно. Она должна начинаться с того, что вы привлечете к себе внимание ребенка. То есть, если он занят башней, и он на эту башню ставит кубики. И кубики очень не стоят неустойчиво. Да? То есть, ему постоянно нужно стараться, чтобы кубик не рухнул и башня не развалилась. То есть, его концентрация 100% там. Тут приходит мама и говорит, почему ты все время бросаешь свои ботинки, когда приходишь, и так далее, да. Очень сложно ожидать от ребенка, да даже и от взрослого, если он занят очень увлекательным делом, чтобы он услышал какой-то шум, который к тому же в очень требовательной форме, безалиционной и быстрым потоком. То есть надо говорить с ребенком тогда, когда он готов это услышать, установить с ним контакт, привлечь его внимание, говорить медленно, понятными словами и с ребенком. Не ему, а с ним.